Приветствую вас, если я правильно понял ваш вопрос, то речь идет о том, что вы сексуально зажаты, вы сексуально не свободны, и вы хотите стать более раскрепощенным. Но у вас это сделать не получается по ряду причин. Смотрите, основная проблема, которая есть у людей, примерно вот таких, с такими вот сложностями, да, и прочее. Основная проблема — это проблема оценки. Понимаете? То есть вас очень сильно беспокоит оценка. Вот, настолько сильно, что вы не можете грубо говоря, отдаться вот тому порыву, который у вас есть. Не можете отдаться тем, допустим, чувствам, которые у вас есть. И первое, с чем нужно работать, на мой взгляд, это как раз таки с оценками. То есть вот, отношение к оценкам, реакция на оценки и прочее. То есть вот это то, что наиболее важно здесь, если мы говорим конкретно вот о, ну, о раскрепощении. Если мы говорим о раскрепощенных. Вот. А если мы говорим о модели сексуального поведения, то это немножко другая история. Это немножечко другая позиция уже. Это немножко другая, немножко другое, немножко другое направление, скажем так. Поэтому тут вот крайне желательно разграничивать эти вещи. Я думаю, что помочь вам может, в принципе, каждый из нас, то есть абсолютно любой специалист, любой психолог занимается проблемами проблемами неуверенности в себе. Вот. Вам нужно, в принципе, только выбрать себе специалиста, которому вы доверитесь. Вот. И, соответственно, с кем вы решите работать.
такая вот история. Самоуверенность, самооценка, личные границы, четкость целей, соответствие целям ваших ценностей и наоборот. Это то, в каких направлениях вам нужно двигаться. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.